В связи с неустойчивыми погодными условиями на территории страны интенсивный снег в приграничных высокогорных районах не помешал службе пограничников. Как сообщает ДАИАС, азербайджанские пограничники круглосуточно, в жару и холод, несут свою службу. Представляем вашему вниманию видеоматериал Государственной пограничной службы. Родина начинается с границы. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.